Главные аспекты филологического образования сегодня обсудят на расширенном заседании Совета по языковой политике при главе республики. Мероприятие прошло в рамках филологического форума, который проводится в эти дни. В нем принимает участие свыше 600 человек. В сегодняшнем заседании стороны обсудили запланированные мероприятия, приуроченные к 125-летию ученого-лингвиста, автора первого букваря на якутском языке Семена Новгородова. Также рассмотрели вопросы о концепции преподавания русского языка и литературы. Документ готовится по указанию Дмитрия Медведева, и его главная цель – повышение качества преподавания русского языка. Много инструментов оценки качества образования. Один из них – это, как вы все знаете, итоги единого государственного экзамена по русскому языку. И мы сегодня рады сказать, что за последние 5 лет результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе улучшаются. И в этом году мы практически достигли среднероссийских показателей. Это для нас очень хороший результат. И у нас, как всегда, как каждый год, больше всего стабальников по русскому языку. И очень хорошо, что эти стабальники не только из городских школ, но и из сельских школ, малокомплектных школ, в том числе и с обучением на родном языке. Это доказывает, что наши дети, те, которые обучаются на своем родном языке, не хуже знают русский язык, чем те дети, которые учатся на русском языке как родном.